прошло заседание штаба под руководством Алексея Олеговича Чекункова. Целый ряд установок были даны, в том числе методические рекомендации принципиально утверждены, ну и план работ. Мы ориентируемся на то, что в апреле будет рассмотрение уже, так скажем, наработок и определение тех мастер-планов, которые будут представлены на Восточном экономическом форуме президенту Российской Федерации. Безусловно, мы ориентируемся на то, что Петропавловск-Камчатский должен быть среди этих регионов.